По рассказам отца, более недели назад 11-летнему Амиру была успешно проведена операция от рака крови в Стамбуле. 70 тысяч долларов удалось собрать после того, как мы рассказали о безвыходном положении семьи подростка в эфире «АЛАТО-24». Турция уже пересадка была. Для операции необходимо было собрать 76 тысяч долларов. Их у нас не было. Мы обратились в фонд и на АЛАТО-24. Сыны успешно провели операцию в Турции. Донором стал старший сын. И мы благодарны людям за оказанную поддержку. Но нам надо еще доплатить 6 тысяч долларов. Подобная ситуация оказалась и семья 7-летней Алияны из Нарына. У нее тот же диагноз – белокровие. Мама девочки Нураим через фонд Элим Барсенбей и НТРК обратилась к людям. Помогли и собрали 111 тысяч долларов. Но для проведения операции необходимо еще 19 тысяч. Дочери нужна была срочная операция. Через фонд и НТРК собрали огромную сумму, но надо еще 19 тысяч долларов. Операцию в Турции назначили на 10 июля. Спасибо всем, кто оказал помощь нашей девочке. Но этих средств оказалось недостаточно. Родители 11-летнего Амира и 7-летней Алияны благодарны всем неравнодушным соотечественникам, которые протянули руку помощи. Очень много людей обращается именно на операцию, большинство из них являются дети. В настоящее время к нам обратилась мама Алияна. Алияне требуется операция на сумму 130 тысяч долларов. Операция проводится в Турции. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам. Если кто хочет помочь, можете сделать перевод на Эльсом номер 0772-00-2015. Жизни двух детей зависят от всех нас, поэтому если вы решили помочь им, то можете перечислить денежные средства на этот номер Эльсома 0772-00-2015. Усен Кульбаев, Бекжан Токтосунов, Эсентур Абыкеев, АЛАТО-24.